8 декабря в Волгограде председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным и президентом Всероссийской Федерации Плавания четырехкратным олимпийским чемпионом Владимиром Сальниковым был открыт новый 50-метровый специализированный тренировочный крытый бассейн. На церемонии открытия присутствовали прославленные спортсмены, тренеры, представители областного правительства, депутаты Госдумы и местного заксобрания. О значении этого спортивного комплекса для молодых волгоградцев несколько слов сказал депутат Государственной Думы Олег Савченко. Сегодня как раз вот открытие такого бассейна, который будет вторым домом этим девчонкам, этим пацанам, которые хотят, мечтают стать олимпийскими чемпионами. Но вряд ли кто-то может сейчас сказать, сколько олимпийских чемпионов будет здесь подготовлено. Но 100% можно говорить, что они будут хорошими, уважаемыми людьми. Они будут стремиться и достигать в жизни, и у них все получится.